Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами, Марина. Сегодня я вот такой около магазина «Спартак». Вот такая красота. Смотрите. Смотрите, какая красота. Да, вот это. Лежит вот так. Светодиоды. Предприниматели Елена и Михаил Алексеевич. Вот так разукрасили около дома, около своего магазинчика. Молодцы, молодые люди. Они приносят счастье, радость, удовольствие. Все идут, смотрят. Собаки брешут. Ну, пускай. Вот. А я хочу показать вам, как у нас стараются молодые предприниматели, которые знают, что у нас ничего хорошего такого нет. Ну, есть, конечно, вот дом 89-й, возле конторы с администрацией, и вот это. А больше другие предприниматели ничего не делают, чтобы разукрасить свою территорию около магазинов своих. Хотя их еще 3 штуки. Вот так, дорогие мои. Молодцы, Елена и Михаил. Спасибо вам, что вы дарите такое настроение новогоднее, рождественское настроение, что скоро Рождество, и мы все идем, смотрим, останавливаются, разговаривают люди. Вот такую красоту. Правильно? Вот так. Так что сейчас я и подальше вам покажу, дорогие мои друзья. Вот она, видите, сейчас я отойду. Смотрите, вот такая красота. Красота невозможная. Да. Так что смотрите, радуйтесь. Молодцы, молодые предприниматели. Они знают, что если разукрасить территорию, значит, будет удача на Новый год. Молодцы. И у них здесь ели две большие елки, ели с шишками. Смотрите, и вот эта красота. Здесь сейчас вот у нас народу будет, и пожилые, и маленькие, и взрослые, все, и пенсионеры, и молодежь, все здесь будут тусоваться, ходить, смотреть, потому что нравится всем, понимаете? Вот уже женщина пошла туда к администрации смотреть, здесь стояли, около дома нашего 89-го, там рядышком, в котором мы живем, смотрите, вот такая красота, вот. Так что наш поселок Товарковский, улица Трудовая, немножечко, хоть чуть-чуть, но дарят предприниматели своим жителям радость. Некоторые из них предприниматели, которые действительно знают, что ничего такого интересного у нас нету. Ну вот, видите, идут, смотрят, радуются люди. Вот так. Поэтому сейчас пойдут дети из детского садика. Вот, и они будут смотреть все. Спасибо вам, Елена и Михаил, что вы разукрасили вот такое, сделали настроение радостное, веселое всем. Потому что мы живем в маленьком поселочке, улица Трудовая. Вот так. А другие предприниматели просто ничего не делают. Хотя могли бы украсить свою территорию. В центре находится поселка, и не могут, и не хотят. Просто наплевательски относится. А администрация наша, поселка Товарковского, даже и не контролирует, чтобы украсили территорию возле своих магазинов. Вот так. А это же нужно так делать, чтобы радость была, чтобы хоть какое-то настроение хорошее приподнять. Сегодня у нас снежок, смотрите, погода. Смотрите, вчера действительно снег шел, и вот такая погода у нас. Супер классно все. Фонари горят. И вот такое новогоднее настроение. Все, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Я с вами, Марина. Все, пока-пока. Счастливо. Спасибо, что вы посещаете мой канал. Марина Ширина. Подписывайтесь, кто не подписан. Я жду вас в своем эфире. Все, пока-пока. На канале.